Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Продолжаем играть Call of Duty 2. Эль-Аламей, 42-й год. Так. 1941 год. Лис пустыни. Фельдмаршал Эрвин Роммель прибывает в Ливию, чтобы принять команду над группой армий Африка. В течение нескольких месяцев Роммель, восходящая звезда немецкой армии, отвоевывает территорию, оккупированную силами британского содружества до его прибытия. Несмотря на серьезное численное превосходство британских сил, более высокая дальнобойность и крепкая броня немецких танков позволяет Африке вести успешную войну с союзниками. К июлю 1942 года Лис пустыни и его неостановимая группа армий Африка провели ряд классических молниеносных атак и оттеснили британские силы из пустынь Ливии в Египет. Теперь в конце 1942 года закрепившиеся всего в 60 милях от Каира силы британского фельдмаршала Монтгомери, включая пустынных крыс из 7-й бронетанковой дивизии, готовятся окончить немецкое наступление и перехватить инициативу. Так, все ясно. 29 октября 1942 года, 7 вечера, Эль-Аламей. Плюс 12 градусов. О, тепло. Диверсионный рейд. Так, мы играем за союзников теперь. Так. Так, подавить вражеские огневые точки. А, господи, это-то в легкую мы сейчас. Я-то думал. Так, на меня почему все толпой то набросились? Ну, пустите меня! Что за трупом? Хотел тебя ударить уже, а ты вон благородный сам помер. А кто по мне хреначил? Так. Не дашь. Ага, хорошо. Вы чё? Блин, так можно было бы поверх. Давай. Что-то я не понял, вы без меня где-то воюете? Где вы? Последняя, да, точка осталась.
На! Блин, так хорошо прошел. Цель войны — не погибнуть самому за свою страну. Давай. Блин. А, точно, надо было гранату кидать. Точно. Блин, гранатой убила. То по зубам, то гранатой. В любом случае гранатой, да? Хорошо. Так. Да тихо ты. Это они мне гранату кидали. Ну, что надо, найдите капитана Прайса у склада. Прайс. Здравствуй, старый козел. Так. Найдите капитана. Так. Так. На. Так. Топливо в одно уничтожили. Все уничтожают. Тихо. Блин. На. Фу. Вроде отбрехался.
Так. Остался, что у нас еще? Вот так. Нормально, что? Без суеты. Сорвите его дверь! Живо! Есть, сэр! Давай! Ну что так долго? Я-то он поставил и все, и ушел. А ты что? Сейчас дверь на меня полетит, нет? Что орёт? Так, доберитесь до сборного пункта, идите капитана Прайса. Опять его искать надо. Почему он все время теряется? Так. Тихо, 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 сынок. Хорошо. Сейчас здесь будет жарко, парни. Так точно. Деннис, Макгрегор, на самоходку быстро. Вот такой жирненький. Отъевшийся. Давай. 29 октября 42-го. 11 вечера. Плюс 12 градусов. Местами облачно. Держать оборону. Северный Египет. Где? Куда стреляете? Ага. По танкам только стрелять. Рядовой Аллан! Рядовой Карвин! Давай, ну выпрыгивай! Эк! По мне уже стреляют. Да мы не удержим так просто. Там же танк. Где вы так бросать научились гранаты далеко? Ой, там еще кто-то на кочке. Так. Вау, посмотрите, что там творится. Так, ну против бронемашины это пойти не надо было, да? Так вести себя. Так. Тихо, тихо, тихо. Блин, так хорошо все получалось, потом хрень какая-то случилась. Так. Так.
Долго, значит, не засиживался, так одну машину уничтожаю. И все. Так. Противник с юга. А до этого откуда был? Извините, а до этого-то где был? Откуда? Ай-яй-яй. Так, ладно. Еще разок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не вижу. Где? Немецкая пехота! И за мной! К юго-западу! Огонь на подавление! Вот они! Вот они! Враги идут с юго-запада! Блин! Только сохранился! Тихо. Где-то здесь. Где-то вот так. Так. Спокойно. На. На. Враги идут с юго-запада. У камней. На. А где вот с юго-запада они идут? Можно точнее? Блин, это вообще на другой стороне. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. Блин, не попал, ладно. Попал. Так. Куда идти-то? Северную часть города. Ой. Так. Нати. Задачу давай. Армия,
Правильно! Вперед! На крышу одного из этих домов! Нужно скорректировать артиллерийский огонь! Идем вперед! Займитесь более выгодной позиции на крыше. Так, занимаем. Как туда подняться? Сейчас все будет. Так, в бинокль. Давай. Огневая задача! 8, 6, 0, прием! Давай! Огневая задача! 1, 6, 7, прием! Прием! Давай! Давай. Хоть часть снимите. Вот так. 3, 2, 1, прием! Ой. И давай, вперед, укрытие. Огневая задача. Сейчас. Захренач от вас, подожди. Давай еще разок. По пехоте. Бум-бум-бум. Так, как-то немного непривычно, конечно. Эх. Опять убежит. Так. Огневая задача. Семь. Прием. Прием. Фу. Остался один танк на северо-западе. Давай тогда там. 4, 7, 4, смотрим. А что ты уезжаешь сразу? Ну давай, надеюсь, два сразу. Так. Прием!
ящиками, да где? Этих я и так подстреливаю. Выполнено. Наши танки. Сейчас их разбомбят. Прекрасно. Все просто прекрасно. Ну что ж, на этом все. Пока.